что сказать по поводу санкций. Я считаю, что мое мнение – это полный бред, потому что это, так сказать, опять же, такая политическая война идет, чтобы на весь мир узнали, вот, Россия такая нехорошая, вот, она себя так некрасиво ведет по отношению к Украине, она забрала себе хороший кусок земли. Просто хотят вывести это на общественность, не мировую, но сделали этот список на 60 человек. Но вы же понимаете, что основной заработок заграничных мировых стран – это туризм. А большая часть туристов – это русские, которые везде, они посещают абсолютно все. И большая часть стран живет за счет этого. Взять ту же Испанию, ту же Италию. В Испании, где полная безработица, там тоже непонятно что, она живет за счет туризма. Поэтому я считаю, что ну, сделали, они особо ни на что не повлияют. Ну, закрыли этим 60 человеком, ну, у всех есть, грубо говоря, какие-то связи и выходы, поэтому я считаю, что это так просто сделали, чтобы показать, вот мы Россию наказываем, а с другой стороны, со стороны экономики также брать. У нас очень много контрактов с западными странами, и многим странам не нам это плохо, а плохо, с другой стороны, тем странам, которые имеют с нами контракты, они теряют либо деньги, либо товарооборот, поэтому полнейший бред, вот так вот.